Здравствуйте, всем привет, с вами снова Виктор Балец. Сегодня актуальная тема: почему столько много проблем, почему в экономике ничего не решается, почему все как-то тянется, проблемы как-то заговариваются, все это вроде все обговаривают, вроде на словах все согласны, да, надо помогать, надо решать, надо инвестировать, надо то, надо все, и кроме как надо, да, или кроме будем, ничего такого серьезного не происходит. Наоборот, мы видим, что проблемы усиливаются и становятся с каждым днем никак не меньше. Я так подумал, думаю, какой может быть ответ на этот вызов, да, времени. И вспомнил басню Крылова. Он ведь написал отличную басню, которая называется «Лебедь, щука и рак». Вот это то, что сегодня характеризует весь наш сегодняшний мир и все его организации вместе взятые. Да, потому что мы видим, что везде хватает проблем. Что касается политики, что экономики и так далее и тому подобное. Давайте послушаем лучше Крылова, как это он в свое время все высказал. Итак, басня «Лебедь, щука и рак». Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. И выйдет из него не дело, только мука. Однажды лебедь, рак да щука вести с поклажей воз взялись. И вместе трое все в него впряглись. Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу. Поклажа бы для них казалась и легка, да лебедь рвется в облака. Рак пятится назад, а щука тянет воду. Кто виноват из них, кто прав, судить не нам, да только воз и ныне там. Вот возьмите эту басню, да, и приложите к любому событию, то, что вы видите по телевидению и в других источниках. И любая ситуация, она отличается вот этой басней, да, лебедь, щука и рак. Любые события просмотрите, кто-то, что-то где-то тянет в свою сторону, и поэтому толку никакого нету. Итак, есть над чем задумываться. Хорошо, что вспомнили Крылова, лебедь, щука и рак. Вспоминайте об этом случае, да, об этом рисунке, и вам это в жизни поможет сохранить очень много нервов, потому что вы, может быть, надеетесь на то, что что-то где-то как-то должно улучшиться, лучше стать, но если лебедь, щука и рак вместе работают, то надежд здесь очень-очень мало, я вам честно скажу. Итак, с вами был Виктор Балет, пока-пока.